Здравствуйте, дорогие мои подписчики и гости моего канала. Сегодня хочу поделиться с вами, как я вкусненько делаю курочку тушу. Значит, у меня здесь броллер Ваше внимание я не стала отвлекать. Естественно, что я его помыла, на кусочки порезала и замариновала. Где-то минут 15-20 оно мне постояло. Соль, перец, ну и что, кто что любит, специи. Значит, обжарила обязательно. Приготовила очень э, вкусную зажарочку. Здесь у меня я попоссировала лучок, морковочку так вот, полукольцами, и болгарский перчик. Все это домашнее, все с огорода. Значит, в чем заключается нюансы? Э, и что хотела бы я вам э, рассказать про эту курочку? Курочку я уложила в кастрюльку. Засыпала это у меня, э, резала петрушечку и стебелечки. Они хорошо протушатся, они молодые. Вот теперь, значит, я высыпаю мою зажарочку и уже не перемешиваю. Водички сейчас я чуть-чуть налью на дно, чтобы она начала тушиться. А потом все овощи отдадут свой сок. И она получится в собственном соку. Оно будет париться и постепенно пропитываться вот этими всеми вкуснятинами. Именно овощи будут лежать на нашей курочке. Получается очень вкусно. Хорошо. Пропитана, протушенная и сверху помидорчики. Все ставлю на огонь, закрываю плотно крышкой, вот, а потом уже я вот приготовила петрушечку, нарезала базилик и немножко вот такой у меня уже хороший кермензюк от начала октября и вот зелень пошла расти очень э, такая сочная, хорошая, поливаем еще и она меня пока радует. Значит, все, ставим на огонь и ждем, пока она стушится. Если они у меня поварилась. на курочка у меня 40 минут. Добавила я сейчас зелень. И вот такая вот красотища получается. Все пропарилось. мягкое, вкусно. Ну вот, что хотела показать, как я делаю курочку с овощами в собственном соку. Спасибо за внимание. Заходите на мой канал, подписывайтесь, оставляйте лайки. Не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропустить мое очередное видео. Всегда с вами Марина Матвеева.